Добрый вечер. Ждем первого человека и начинаем с Божьей помощью. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада всех вас видеть. Очень переживала, что вы не увидели рекламу нашего урока и не придете. Но я благодарна всем, кто был со мной на связи все это время, пока меня не было. Продолжал мне писать, продолжал общаться. И с Божьей помощью я опять в строю, я опять с вами. Те все новички, которые появились, я рада с вами заново познакомиться. Меня зовут Адина. Да, я с вами давно не виделась. Карантин продолжается, но я подумала, что надо уже выходить немножечко из рутины и продолжать делать то, что у меня, надеюсь, получается, судя по вашим отзывам. Спасибо вам, опять же, за поддержку. Надеюсь, что у вас все хорошо, и мы с вами сегодня будем говорить про праздник, непосредственно в который мы сейчас находимся. Сзади меня, шалом всем, сзади меня великолепная сука наших соседей. В Хабаде не принято украшать суку, поэтому наша сука не такая красивая. Мне захотелось, чтобы вы увидели именно что-то вот такое вот милое, разукрашенное детскими рисунками, потому что мы с вами сегодня будем говорить о том, что сука – это самый особенный праздник еврейского календаря, он самый веселый. Мы сейчас с вами скажем, почему, независимо от того, что именно в Пурим нам заповедовано выпить, чтобы вообще забыть обо всем, что в Песах мы накрываем самые крутые столы, Суккот – он самый-самый особенный праздник, не потому что я так сказала, а потому что в Торе у нас так написано. Рада видеть вас всех, начинаем официальную часть. Были две страны, которые между собой всегда делали... Были две страны, которые между собой имели торговые отношения. Они продавали друг друга, женили детей, имели торговые пути. И вот на место двух... Спасибо всем большое за ваши смайлики. На место двух старых царей пришли два новые молодые импозантные принца, которые решили, что не все так просто, им надо показать свое эго. И они начали друг с другом ссориться, доказывая, кто, какая из их стран важнее. И они поссорились настолько, что они закрыли границы своих стран и полностью прекратили торговые отношения. Единственное, что осталось, только в одной из этих стран находилось кладбище. Ну, делать было нечего. Обязательно скажу, извините, что я с этого не начала. Я, конечно же, этот урок посвящаю в память своем папочке Велвел Бен Мейр, Зихарунули Враха, Семен Бен Сара, Вепулина Батрахель, Рафа Шлема. Пишите мне дальше, будем этот урок посвящать тем людям, за кого вы хотите помолиться. Я уверена, что все молитвы будут услышаны, потому что урок у нас сегодня должен открыть небеса. Правда, я кайфую сама от этого урока, и мне не терпится с вами им поделиться. Итак, продолжаем. Они закрыли границы, но осталось только кладбище в одной стране. Что ж, тот принц разрешил, что в это кладбище можно заходить. Из одного города в другой умирали люди, был махсом, как сказать, было место, граница, где проверяли то, что там на самом деле похороненные несут гроб с человеком. И они так переносили, хоронили, возвращались. И вот в какой-то момент люди подумали и решили, что это же отличная возможность сделать бизнес. Какой бизнес? Вместо людей они в гробы ложили вещи, которые они могут продать другой стране, будто бриллианты, какие-то травы, деньги, все, что там можно было обменять на нужный товар, и в гробах это все переносили. И так медленно-медленно бизнес вернулся в свои круги. И вот один раз несут люди гроб, переходят через границу, и эти милиционеры, которые стоят на границе, они понимают, что что-то здесь не так. Люди, 20 человек, которые провожают этот гроб, и ни один из них не плачет. Ну, какой бы человек ни был, но если его уже провожают люди, хоть кому-то он был дорог, хоть кому-то им жалко
что случилось, то, что случилось, и он должен плакать. Нет, никто не плакал. И тогда они сказали: а ну, ребят, давайте сюда, открывайте, посмотрим, что у вас там есть. И тут ребята поняли, что они протупили, что надо было плакать вовремя, и весь этот бизнес накрылся. К чему эта вся история? Она, конечно, не хасидская, но плакать надо вовремя. Есть причины для слез, есть причины для радости. Так вот, когда у нас была причина с вами для слез из глубины души, конечно же, это прошедший месяц Элул. Месяц Элул – это месяц раскаяния, аббревиатура этого месяца. Я уверена, вы уже слышали, что Анили Дуди и Дуди Ли – одна из аббревиатур. Я Всевышнему, Всевышний мне, он спускается, мы говорим по душам, просим прощения за весь год, который у нас прошел. Тишреевские праздники, которые сейчас у нас были, Рош Ашана, очень серьезный праздник, когда мы понимаем, что в него решается весь наш будущий год, Йом-Кипур, когда мы постимся и ставится печать на все постановления Всевышнего. И вдруг, после вот этих вот слез, приходит время радости. Так сказано в Торе. В этот день, когда заканчивается Йом-Кипур, уже надо начинать радоваться и думать про наближающийся праздник Суккот. И тут мы с вами спрашиваем, а что вдруг? Ладно, дети, их можно развеселить очень легко. Дал им конфету, дал, я не знаю, час в интернете, они счастливы, им мало надо для счастья. Как взрослому человеку можно сказать: переключись, сейчас ты горевал, плакал, постился целый день, не ел, не пил, думал о своих проступках. Сейчас все, как будто бы ничего и не было, начинай радоваться. Ни о ком не будет сказано. Моя близкая подруга, соседка моя, у нее за 3 дня до Суккота не стало папы. Она должна была 7 дней сидеть шива. Но по законам оказывается, чтобы никто этих законов не знал, Суккот запрещено грустить, и поэтому шиву она посидела только не 7 дней, а 3 дня. И в шаббат она должна была одеть вместо своих порванных вещей новую чистую одежду, новое платье, выйти с нами в сукку, хлопать в ладоши, петь песни, радоваться. Скажите мне, такое вообще возможно? Мы же не роботы, как мы можем перестроить наши чувства и вот по дуновению палочки сейчас плачь, сейчас радуйся. Зная, что Тора от нас не просит ничего невозможного, мне очень хотелось с вами разобраться, откуда взялась вот эта вот сложность восприятия. Если мы идем по Торе и делаем то, что хочет от нас Всевышний, мы без остановки должны плакать весь месяц Элул, переживать, трепетать полмесяца Тишрей, а потом в один день, как будто бы ничего не было, сесть и радоваться. Вот просто вытереть слезы и пойти в пляс. Больше я хочу усилить свой вопрос. Почему именно, сейчас скажу, почему именно в Тишрей у нас есть этот праздник? Вавтет, 15-е Тишрея по нашему календарю не произошло, не произошло никакое событие. Не произошло ничего, благодаря чему этот день стал у нас праздничным. Мы же с вами знаем, знаете, как этот мем, все еврейские праздники. Нас хотели убить, мы победили, давайте за это выпьем. Начиная с самого начала, Рош Ашана, мы считаем дни от создания первого человека. Йом-Кипур, когда Всевышний сказал: «И простил я тебя». Ханука, потому что мы победили, и было чудо с маслом. Каждый праздник, который вы не возьмете, у нас есть дата, когда произошло какое-то событие. И каждый год мы вспоминаем это событие и благодарим Всевышнего за чудеса, которые он с нами сделал. 15-го Тишрея не произошло никакое событие. То есть, другими словами, если бы Всевышний сказал: Суккот празднуйте 15-го Хишвана, кстати, это единственный месяц, в который у нас нет никакого праздника, если бы Суккот был в Хишване, в принципе, было отлично. Он не сказал нам праздновать этот день в любой другой. То есть, именно Всевышний специально поместил этот праздник рядом с Йом-Кипуром, как будто бы сказать: а давайте-ка я проверю, как можно вас заставить вытереть слезу и начать танцевать. Более того, я вам скажу, хасидское постановление очень принято в Хабаде. Если вы откроете Шульхан Арух, там прям таким текстом и написано. Принято связывать Йом-Кипур с Суккотом. Не то, чтобы это нечаянно так произошло.
Ладно, сейчас Йом-Кипур, сейчас Песах, сейчас Шивот, дальше Суккот, непонятно, какие праздники, ну, так получилось. Нет, написано, что как только вышел Йом-Кипур после первого кусочка, я не знаю, пирога, арбуза, чая, вы должны сразу начать бежать, начать бежать. Кошерный еврей должен побежать сразу строить Сукку. Облегчили нам мудрецы и сказали, ладно, но нет у вас сил строить Сукку, хотя бы спуститесь и говорите о том, какую Сукку вы будете строить. То есть есть определенная связь между двумя противоположными вещами. Слезы и радость, раскаяние и открытие, боль и танцы. И Всевышний хочет, чтобы мы это все связали воедино. Как-то это все проявили. В общем, без 100 грамм не обойтись, а в нашей еврейской жизни без хасидизма нам никак не понять, что хочет от нас Всевышний. С Божьей помощью в конце урока мы с вами поймем, какая причина радости во всей вот этой вот истории. Итак, откуда я знаю, что Суккот – это самый веселый праздник? Далеко не ходи, написано в Торе. Как это написано? Значит, у нас есть три самых главных праздника – Песах, Шавот и Суккот. Когда у нас говорится про Песах в Торе, нету ни одного упоминания «радуйся». Празднуй Песах, помни о том, что вы вышли из Египта, какие чудеса у вас были. Радуйся? Не знаю. Сложно радоваться после месяца уборки доскональной. В Шавуот у нас написано только один раз в Торе «радуйтесь в этот день». В Суккот же, когда приходит упоминание в Торе про этот праздник, написано три раза «Радуйся, радуйся, радуйся!» То есть этот праздник веселее всех, и Всевышний прямо нам говорит, главная цель этого праздника – радоваться, веселиться, доставать изнутри какую-то энергию, которую мы раньше в себе не видели. Кто-то из вас может вот так вот по... Спасибо вам всем за отзывы, прям вы мне душу греете. Так долго с вами не была, что перед этим уроком волновалась, как в первый раз. Но сейчас я вижу, сколько вас, какие отзывы, и вы, правда, мне даете желание продолжать. Итак, какая у нас может быть радость Суккот? Слава Богу, мы уже год живем в Израиле. Это немножко больше, это наш второй Суккот. Я вон вытираю пот, потому что надо было подключить лампу вместо кондиционера. У нас жарко, кайфово, очень приятные дни, дети до сих пор бегают на улице. И я помню наши Суккоты в Киеве, когда ты кроме куртки одеваешь дождевик, берешь с собой пакетики, чтобы положить на лавочки, на которых ты будешь сидеть, берешь пакетики, чтобы накрыть тарелки, чтобы на них не падал дождь вместе с букашками, мурашками. Мы не пользуемся нормальной посудой, потому что иди подними ее потом назад на третий этаж домой, спусти ее еще раз. Мы пользуемся одноразкой, которую сразу выкидываем на месте. Радоваться? Жить в халабуде. Из ткани, которая год лежала в махсане, запылилась. Не знаю, ну, честно, человек, который немножечко привык к комфорту, ему очень сложно радоваться такому празднику. Особенно вот прям так рьяно, как хочет от нас Всевышний. И это еще больше усиливает наш вопрос, что Всевышний от нас хочет и как мы должны это все делать. И еще один момент, который мне хотелось бы, чтобы вы знали про Суккот, это один из немногих праздников, даже больше скажу, одна из немногих заповедей 613, когда Всевышний нам говорит, мало того, что вы должны соблюдать это, вы должны еще понимать, почему вы это делаете. Обычно от нас этого не требуют. Чтобы на горе Синай сказали на Асева Нишма. Мы сначала сделаем, а потом Всевышний поймем. Мы доверяемся, что все, что ты нам говоришь, все оно нам на благо. Поэтому давай мы сначала сделаем, а потом поймем. У нас есть заповедь Тфилин, Талит, какие-то еще немножко заповеди, которые мы реально должны в голове понимать. Класс, Светлана, мы вместе, наверное, сделали алию. Когда мы должны понимать, в чем смысл этой заповеди. Так вот, Сукка – это одна из немногих таких заповедей, когда мы должны понимать, о чем мы вообще здесь сидим. И с Божьей помощью мы сейчас с вами поймем. Немножечко история. Когда евреи вышли из Египта, мы ходили 40 лет по пустыне. Вот так вот GPS у нас плохо работал. Подумайте, что сейчас я вам говорю, ребята, у нас намечается экскурсия, Ваикра нам оплачивает всем билеты в Израиль, мы едем с вами на 10 дней в пустыню.
Что вы сразу начинаете делать? Выключаете телефон. Так, что надо? Воду, зарядить телефон, зарядку не забыть, одежду взять, какую одежду, какую-то шляпу и крем, а какой крем? Начинаются у нас тут же мысли, как подготовить себя к неделе или к 10 дням нахождения в пустыне. Здесь же мы выходили. Огромное количество людей. Подумайте, написано в Торе, что вышло 600 тысяч мужчин. Соответственно, 600 тысяч женщин. С учетом, что есть мудрецы, которые говорят, что рожали там шестерню. Шестерню. То представьте, сколько там было детей. И вот выходит все это сборище в пустыню, без подготовки, без мыслей. Как они там 40 лет находятся, проживают и вообще не сходят с ума. Мы тут долго на карантине сходим с ума. Они в пустыне под палящим солнцем. Так в чем вообще вся фишка, весь кайф этого праздника? В том, что все эти 40 лет мы находились внутри аквариума. Мы находились внутри, если так можно сказать, чрева мамы, потому что нас со всех сторон, как у маленького ребенка, окутывало благословение Всевышнего. В чем оно выражалось? Оно выражалось в облаках славы. Что за облака славы? Сказано нашими мудрецами 7 раз про облака, поэтому мы знаем, что их было 7. Облака, которые защищали нас, оберегали. У нас были облака вверху, внизу, справа, слева. Впереди, сзади, это 6 облаков, и еще одно шло спереди. В чем был смысл этих облаков? Вверху оно охраняло нас от солнца, давало нам тень. По бокам это были те облака, которые защищали нас от выстрелов, от людей, которые хотели кидать нас камнями, которые боялись, что мы захватим их территорию, которые стреляли в нас со стрелами. Внизу облако. Вы только подумайте, вот мы недавно, ну как недавно, все относительно, до всего этого закрытия карантина с подругой решили поехать с детьми на море. А у нее малыш с коляской. Видели бы вы, как мы эту коляску тащили по всему пляжу до моря. Вот так, сами потопая в этом песке, это коляска и дети, и везде какой-то кошмар. 40 лет вести коляску по песку невозможно. Что делало это облако внизу? Оно делало нам шикарный новый асфальт. Не такой, как в Украине у нас. Реально хороший асфальт, без дыр, без ничего. И впереди еще шло одно облако, которое ночью горело огнем. А впереди было как GPS, показывало нам, куда идти. Вот я вам говорю, что оно показывало плохо, шли мы 40 лет, но факт остается фактом. Всевышний нас окружил облаками, чтобы мы понимали, мы под защитой Всевышнего. Сука приходит нам напомнить про эти облака. Мы выходим из нашего защищенного места и вспоминаем, что на самом деле нас защищает не дом, не комната бомбоубежища в доме, нас защищает в доме Всевышний. Даже в этом шалаше, который только подует ветер, и его сдует вообще до соседней улицы. Всевышний нас охраняет даже в таком месте, как вот такая вот нестойкая сука. Почему этот праздник не происходит в Нисане? Если мы сказали, что как только мы вышли из Египта, Всевышний нас окутал этими облаками, логично было бы сделать этот праздник прямо после Песоха. Или, например, вместе с Песохом. Вообще, представляете, как классно. Песох, сидеть в суке, вспоминать чудеса Всевышнего, находясь вот в таком вот строении. Мне кажется, в этом был бы очень крутой смысл. Но нет, в Нисане мы сидим дома, кушаем с серебряной посуды. Ну, у кого серебряная, у кого просто красивая одноразовая, у каждого свои нюансы. Но в любом случае сделать этот праздник в Тишрее, вообще никак не связанный с выходом из Египта, который мы вспоминаем посредством этого праздника, было очень странно на первый взгляд, правильно? Тем более, еще один вопрос. Мы сейчас будем раскручивать этот клубок вопросов. Скажите мне, пожалуйста, какая самая актуальная проблема? Когда у человека вот все есть, дай бог, у него есть здоровье, у него есть дети, у него есть
пара любимая, с которой он живет и любит друг друга. Дай Бог каждому, у кого нет детей, чтобы Всевышний вас благословил. У кого нет пары, чтобы Всевышний вам послал уже в этом году достойную половину до 120. У кого нет сложностей со здоровьем, пусть Всевышний вам всем пошлет рефуа шлема, тела и души, чтобы у вас все было хорошо. Но обычный среднестатистический человек, он постоянно думает о том, как заработать деньги. И никогда нам не бывает достаточно. Заработал на сегодня, что я буду есть завтра. Заработал на год вперед, что будут есть мои дети. Где будут учиться мои дети? У нас постоянно идет побег за материальным достатком. В пустыне у нас этого не было. Вы представляете, какой кайф? В пустыне Всевышний давал нам деньги наличными. Он на все нам давал. У нас была материальная независимость. И у нас была вода. В пустыне. Бутылка колы у нас стоит, я не знаю, воды давайте, какая кола, никто ее не пьет. Бутылка воды здесь стоит у нас в соседнем магазине 5 шекелей, в пустыне она будет стоить 105 шекелей. Почему? Потому что там нету воды. У нас была вода, у нас был колодец Мирьям, и у нас, в принципе, было все. Почему? Мы это не вспоминаем. Почему эта сука приходит нам напомнить только о том, как Всевышний дал нам облака славы? Но мы не вспоминаем, что он нам дал деньги, что он нам дал пропитание, что нам на голову падал ман, что у нас была вода. Почему мы это не вспоминаем? Почему мы берем постфактум какую-то вещь, которая, в принципе, когда у человека есть деньги, у человека есть здоровье, у человека есть вода, у человека есть все, то остальное он сам себе купит. Сказать Всевышнему спасибо за то, что он дорогу нам делал, это... Весь праздник вокруг этого было бы странно. Тем более, что если мы говорим, что этот праздник напоминает нам про эти облака, почему тогда наша сука не состоит из 7 стен? Правда, вы когда-то об этом задумывались? Если мы вспоминаем 7 облаков и благодаря им строим суку, почему наша сука не состоит из 7 окружающих нас стен? По закону сука должна состоять из 2,5 стен. То есть одна стена может быть здание, к которому прилегает, вторая половина может быть дверью, две стены, половина двери, остальное... Ну, вы понимаете? 2,5 двери, а мы вспоминаем 7 облаков. Сплошные у нас с вами вопросы по этому празднику. Надеюсь, что вы их когда-то задавали и очень хотели услышать на них ответ. Так вот она я. Ладно, шучу, это, конечно, не я, а мудрецы и уроки, которые я слушаю. Кто я такая? Мы говорим Всевышнему спасибо за одну чудесную вещь. Не за стены, которые были 4 стены вокруг и охраняли нас от выстрелов. Потому что понятно, что если Всевышний сделал 1,000,000 чудес для того, чтобы вывести нас из Египта, вывести нас из рабства, конечно, он и обувь не изнашивалась за 40 лет, правильно? Конечно, Всевышний не вывел нас для того, чтобы нас убили. То есть понятно, что Всевышний нас защищал. Понятно, что он давал нам еду и питье, потому что он не хотел, чтобы мы после всех этих чудес пошли не Тору получать, а умерли бы все в пустыне. Что мы приходим показать этой нашей замечательной сукой? Этот урок называется «Про любовь», и тут начинается наша основная тема. Всевышний пришел нам показать, как он нас любит. Всевышний не только подумал о том, чтобы защитить нас, Всевышний подумал о том, чтобы сделать нам кайфово, чтобы дать нам тень, чтобы сделать нам ровную, шикарную дорогу, чтобы нам было не холодно, не жарко, в одном углу был кондиционер, в другом освежитель, у нас был кайф внутри суки. Всевышний пришел нам показать, мои любимые дети, я не только вами дорожу, я еще и вас люблю. Я сразу представила себе ситуацию, как, извините, конечно, все мужчины, я смеюсь, естественно, но когда ребенок делает свои дела
добрый вечер, Маадим Лисимха, когда ребенок делает свои дела в памперс, и мама говорит: муж, иди, пожалуйста, поменяй. И муж берет этого ребенка на вытянутые руки и несет его к ванне, отворачивая нос. Что делает мама? Мама, пока несет это чудо, обкакада, извините меня, к ванне, она его и целует, и обнимает, и говорит: тут ты мой сладенький, как покакал ты замечательно. Может быть, это плохой пример, но это то, что делал нам Всевышний. Мы были оторваны от реальности, мы были рабами, мы были грязными, мы были людьми, которым нравилась египетская культура, и мы уже хотели служить тому, что там происходило. Всевышний мог вывести нас вот так вот и сказать: ребят, вот пока не отмоетесь, я к вам не притронусь. Нет, он сказал: любимые мои дети, вот вам синёк, вот вам мозган, вот вам еда. Даже вы не в общественной столовой кушаете, где вам говорят: вот порция, шуда ли ту ешь. Подумай, какой вкус ты хочешь, и такой вкус будет у твоего мана. Всевышний пришел нам сказать: я люблю тебя, мой сын. Окей. А, кстати, да, Песах, например. Почему Песах у нас именно в... весной, потому что Всевышний подумал: когда я еще выведу моих детей из Египта? Конечно же, весной, когда кайфово, когда приятно, когда все расцветает. Всевышний умеет любить, Всевышний умеет дарить подарки, Всевышний умеет радовать и думать не что я хочу дать этому человеку, а что реально этому человеку надо получить от меня. Окей, чему же мы с вами радуемся? То, что когда-то было у наших праотцов, они видели Всевышнего, они чувствовали его, я за них очень рада. Чувствуем ли мы сегодня всю эту связь, чудеса и обнимашки Всевышнего? Только если очень присмотреться и абстрагироваться от всех материальных вещей, которые нас окружают. Окей, если мы зайдем немножечко 500 лет назад, когда большинство людей, как это сказать, зарабатывали на жизнь тем, что они работали в сельском хозяйстве, то нам становится немножечко понятно, потому что когда был Песах, весной начинали сажать урожай. К Шавуоту этот урожай уже начинал давать первые ростки, и даже цитрусовые растения, цитрусовые фрукты уже можно было снять с деревьев и увидеть какие-то первые урожаи на своих трудов. И именно в Суккот люди собирали весь урожай, закидывали его в огромные ангары и понимали, что у них этот год удался, и они получат деньги, они будут жить, и можно спокойно зимовать. И именно по этой причине, объясняют наши мудрецы, сказано в Песах не радоваться ни одного раза. Почему? Потому что как можно радоваться, когда ты все свои деньги отдал, вложил в какой-то бизнес, ты не понимаешь, он прогорит или расцветет. Ты постоянно на нервах молишься, будут дожди, не будут дожди, как оно, что оно. Шавуот сказано радоваться один раз. Почему? Потому что мы вроде бы уже видим, ну вот ростки пошли, ну вот уже что-то у меня есть, ну вот я начинаю что-то продавать, но... А что будет с грушами, а что с абрикосами, а что с остальными деревьями? Да, неделя дождя, и все, и весь урожай сгниет. Человек не может радоваться, когда он не знает, что у него будет в завтрашнем дне. Ну вот и что мне сказать людям, что ты в таком виде, а? Еще и в такое время. Скажи привет. Привет! Это Аделька. Приятно познакомиться, наша рыжая младшая дочка. Все, иди, давай. Да, извините, это очень важно. А это Хана, наша соседка. Бегите, девчонки. О чем мы остановились? В общем, сейчас нам понятно, почему Тора нам говорит не радоваться, радоваться один раз, радоваться очень много. И тогда нам автоматически становится понятно, откуда же тогда взялся праздник Суккот. Человек, когда... преуспел в бизнесе, когда у него полный кошелек денег, когда он оплатил квартиру, оплатил все долги, оплатил учебу детей, у него еще куча-куча осталось, его начинает переполнять и радость, и гордость. Но эта гордость идет, к сожалению, не из правильного места. Чаще всего гордость идет от эгоизма. Нет, ну а что? Я этими руками.
купил это все, я посадил, я вскопал, я поливал, я все делал, я собрал, я молодец. Кто молодец? Я молодец. И тогда Всевышний говорит: дитё мое, стой, стой, стой. Давай я тебе покажу, кто на самом деле хозяин. Благодаря тебе все, это ты красавчик, а не я. Давай-ка ты спустись во временное жилище. Давай-ка ты поспи на матрасах, давай-ка ты поспи под дождем, давай-ка ты вспомни, откуда ты пришел и где бы ты был без меня. Всевышний не против того, чтобы мы радовались, Всевышний за то, чтобы мы... То есть я не могу сказать, что на самом деле хочет от нас Всевышний, но мне так кажется, что Всевышний, конечно же, хочет, чтобы мы всегда понимали, откуда идет все благословение в нашей жизни, не от нас. Когда ты рассказываешь историю, что у одного раввина был хасид, и он отличался своей любовью принимать гостей. У него был небольшой дом, и он постоянно был открыт для всех людей, кому не хватало еды, питья. Он готовил огромные порции, все приходили, кушали, оставались на ночлег. И этот раввин увидел, какой у него замечательный хасид, и сказал: «Ого, если он делает это в своей маленькой квартире настолько активно, то что будет, если у него будет частный дом огромный, где он сможет приближать еще больше людей?» Он был благословил его на большое богатство. Там сделка, тут сделка, благословение срослось, получилось. И вот уже через год у нашего хасида стоит огромный дом, и бизнес он крутит. И что произошло? А уже не до людей. А уже надо смотреть, где там доллар скачет, куда вкладывать, что с биткоинами, что с недвижимостью. Он засел на своем втором этаже в офисе, а внизу поставил людей, которые будут наливать, убирать и принимать этих несчастных людей. А эти люди, у них не было никакого желания, они работали на зарплату. 8, конец дня, это значит, что без 15 вашей ноги уже здесь нету. Давай быстрее ешь! У этих людей начала падать еда, им было неприятно, им уже было некомфортно, их всегда стыдили там, и они перестали туда ходить. Когда раввин услышал, что произошло, он сказал: «Азохунвей, все произошло из-за меня». Побежал к этому своему хасиду, подвел его. Да. Да. Вы такие у меня молодцы. Вообще, о чем я вам рассказываю, вы и так все знаете. Ходил этот раввин с хасидом по дому, подошли они к окну, и он говорит: «Скажи мне, пожалуйста, что ты видишь?» «Ну как, что я вижу? Вот женщина ведро несет, вот бедный сидит, вот два человека на работу спешат». Идут они дальше, подходят к зеркалу, и он говорит: «А что ты видишь здесь?» «Здесь я вижу только себя. Привет, Питер. Скажи мне, пожалуйста, какая разница? Здесь стекло, там стекло. Почему там ты видишь людей, а здесь ты видишь только себя?» А ответ простой. Зеркало – это то же самое стекло, с задней стороны, покрытая серебром. Был обычный человек, дружили с ним, появились деньги, как будто новый человек вообще, что за нос кверху, что за эго, что за «я всего добился сам». Вы знаете такие случаи? Я, например, к сожалению, знаю. Так вот, Суккот пришел именно для того, чтобы напомнить нам, откуда все. Но я прям читаю ваш вопрос, потому что он возник тоже у меня. А мы тут при чем? У кого-то из вас за пандемию, я буду очень рада, если да, но ответьте честно, увеличился доход, вы нашли дополнительную работу, ваш бизнес начал процветать еще больше, чем он процветал до пандемии. Я как человек, который потерял работу, сидит дома, молится за то, чтобы у мужа там все продвигалось с Божьей помощью, чем мне радоваться? У меня нету этой гордыни. Да я благодарна Всевышнему за все, что нам дает. И ни в коем случае у меня сейчас, не, дай Бог, и никогда не будет, чтобы Всевышний меня уберег. Но нету вот этого чувства: так, я тут все собрала, куча денег, заработала, можно ехать на Мальдивы. Кто молодец? Я молодец. Нету такого. Так что мы с вами можем выучить из этого праздника Суккот? То, что брали для себя тогда, 500 лет назад, все люди, которые занимались сельским хозяйством, круто, все поняли. Но Тора же, она актуальна и для нас. Что мы с вами берем с этого праздника?
продолжаем. Осталось немножко, и я прям кайфую, что вы со мной до конца. Смысл. Даже я скажу не смысл. Если я спрошу вас, каждого, реально заглянуть вглубь себя и сказать, что делает вас счастливым, вы дойдете до того, что вы скажете, что счастливым меня делает быть полезным другому человеку, давать. Когда я раскрываю свой потенциал, когда я полезна людям, когда моя занимаемая мной должность помогает, раскрывает, обогащает. Наша натура быть полезным, быть, чтобы мир чувствовал наше присутствие в нем. Будь у вас миллион денег, и вы закрыты внутри дома, и ничего с собой не делаете, кроме, я не знаю, там, Фейсбука, без возможности писать какие-нибудь милые посты, человек в жизни не будет богат. Ой, счастлив. Он будет находиться в золотой клетке, которая не будет давать ему никакой реализации. Мы кайфуем от того, что мы делаем добрые дела. Бальчува, такой человек, как мы, он понимает всю красоту того, что мы сейчас с вами приобрели. Вот все вы, Блайнера, 98 душ. Вы же могли сейчас смотреть сериал. Вы же могли сейчас готовить ужин. Вы же могли сейчас просто лежать и куда-то втыкать. Почему вы слушаете меня? Почему вы пришли на урок Торы? Почему вам интересно? Почему вы комментируете? Потому что вы хотите подниматься. Потому что вы хотите становиться лучше, потому что с Божьей помощью вы что-то запомните с этого урока и расскажете дальше, и вы увидите, как вы кому-то окрасили жизнь, вы кому-то дали еще дополнительную мысль для размышления. Когда-то, ну, такая выдуманная, конечно, история, но мне кажется, что она подходит. Когда-то был бедняк, который просил деньги, и вот еврей дал ему 20 шекелей, и решил посмотреть, что он сделает с этими деньгами. Пошел этот бедный человек в магазин и купил себе батон хлеба и цветок. А тот в недоумении подходит и говорит: скажи мне, а цветок зачем? Хлеб, понятно, но надо было второй хлеб купить, я не знаю, пакет молока, шоколадом себе багет намазать. Почему купил цветок? Хлеб для того, чтобы было с чего жить. Цветок для того, чтобы было ради чего жить. Сейчас, секундочку, я пропустила здесь историю. Вот у нас сейчас праздник Суккот. Вы знаете, что принято трясти 4 вида растений, которые олицетворяют собой весь еврейский народ. Ого! Спасибо, дай Бог. Секунду. И, в общем, все знают, что этрог – это вот это вот что-то похожее на лимон цитрусовый, он стоит очень больших денег. Особенно он очень больших стоит, денег стоит в Израиле, особенно он больших денег стоит в Галуте, потому что его надо еще привезти за границей, переплачивают, понимают, что негде еще достать. Чтоб вы видели, сколько нас детей здесь слушают. У нас тут просто... Нет. Так и дышал. Смотрите, какие у нас замечательные. Эй, Зеке, давайте я потом с вами буду. Давайте убегайте. Извините, пожалуйста. Дома я могу закрыться, а на улице, к сожалению, или, к счастью, нет. Это же наши еврейские дети, слава Богу. В общем, этрог стоит очень больших денег. И в далекие времена, еще мы знаем очень много историй про Раби Леви Ицхака из Бердичева, община вся скидывалась задолго до праздника, искали этрог и покупали ему для... покупали один этрог на всю общину. И в одной общине был один богатый человек, который каждый год собирал деньги и покупал себе личный этрог для того, чтобы исполнить эту заповедь не с общинных денег, а со своих личных. И вот он выдался очень тяжелый год, наверное, тоже была какая-то пандемия, у него не было денег, и ему пришлось... Еладим! Ло!
Ему пришлось откладывать от всего. Он не купил жене новое платье на празднике, он не купил игрушки, он не купил новую скатерть, новую посуду. Ну что? Он поехал покупать себе новый трог. По дороге на рынке он видит еврея, который плачет. Что ты плачешь? Что тебе, что мне? Моя проблема, ты мне помочь не сможешь. Ну расскажи, пожалуйста. Может, смогу. И человек после вот этого всего Йом-Кипура, и сердце открыто, и внутри много чувств, он раскрылся и рассказал, что он черпает воду, продает ее на рынке, и сейчас умерла его лошадь, и он, к сожалению, с завтрашнего дня не знает, чем зарабатывать себе на жизнь. Сколько стоит лошадь и телега? И он говорит именно ту сумму, которая есть у человека, отложенная на этрог. Он думает, что да как, что да как. И, конечно же, побеждает главное правило, которое я говорю на каждом уроке. Это правда. Мне очень важно, чтобы каждый из вас понимал, на чем основан иудаизм. Дерех эрец кадма ле тора. Человеческое отношение превыше Торы. То есть Всевышний говорит, мне прежде всего важно, чтобы вы между собой нашли общий язык. Я подожду в стороне. Если человек не любим людьми, он не может быть любим Всевышним. И наоборот, если человек любим людьми, априори он же становится любим Всевышним. Откуда мы это тоже знаем? Из истории про потоп и Вавилонскую башню. Вавилонская башня — это что? Это когда люди объединились вместе, одной идеей скрепленные, дойти до небес, строили башню, один другому помогали, пошли войной против Всевышнего. Но вместе, что Всевышний сделал, он их убил. Они пошли против Всевышнего, хотели добраться до небес и свергнуть его с трона. Он просто поменял им языки. Просто дал, не дал им возможность понимать друг друга. Что случилось в потоп? В потоп люди ненавидели друг друга, не пускали в гости, не давали заработок, обижали, воровали, насиловали, делали что угодно. И Всевышний сказал, вот такое поколение я сотру с лица земли, потому что человеческие отношения друг с другом намного важнее, чем отношения со Всевышним. Я надеюсь, что каждый из нас уже дошел до уровня, когда у него есть людьми и со Всевышним хорошо, но очень важно это знать. И что? И он, конечно же, вспомнил это правило, где я, а где этот еврей, дал ему все деньги. И пришел домой с пустыми руками, жена его встречает и говорит, а где этрог? А где? Как? Я ждала тебя с каким-то самым шикарным трогом, а ты пришел с пустыми руками. И он сказал, все в этом году будут благословлять на этрог, а я буду благословлять на лошадь с телегой. Потому что нас радует то, что мы делаем другим людям. То, где мы получаем... Сейчас. О, так, что-то у вас там пошло уже... Пошло обсуждение, которое я... Не вникну, поэтому почитаю потом, если там будут какие-то вопросы, отвечу. Окей. Мы знаем, что у нас было два храма. Первый и второй, между ними было изгнание Вавилона, оно длилось 70 лет. И те люди, которые вернули достаточно много евреев, несколько десятков тысяч, сказано, назад в Израиль перед постройкой второго храма, это были два человека по имени Эзра и Нехамья. Они вернули людей, погрязших в чужой культуре. Они пришли туда с нееврейскими женами. Пришлось поставить ряд законов, один из которых там был, я не знаю, отказаться от нееврейских жен, носить нижнее белье, потому что они просто этого не делали. То есть вот настолько вот такое вот почти потерянное поколение было. И написано, что в тот год, когда они приехали, пришли в Израиль, вернулись в Израиль, не было такого суккота за последние 1000 лет. Если там я не ошибаюсь, от Йошуа бен Нун не было такого суккота. Йошуа бен Нун жил 1000 лет до этого мероприятия. Спрашивают наши мудрецы, вот эти вот люди... Вот эти вот остатки еврейской души у них, они сделали такой суккот, который не делали до этого царь Шломо, царь Давид, все мудрецы, все хахамим, все... Вот те люди не достигли такого уровня, как достигли вот эти вот. Что было такого особенного в их суккоте, что не было у прошлых поколений? И, ну, дай Бог, будет у нас. Эти люди, они реально поняли, что они потеряли. Они пришли в Израиль. Я
Окей, договорю. Они пришли в Израиль. Они вспомнили, что такое настоящий дом, что такое Всевышний, что такое близость, что такое шхина. Они скинули с себя вот эти вот грязные мысли, грязные одежды. Они отказались от нееврейских жен. И они почувствовали такое облегчение, что с этим облегчением можно было только взлететь, радоваться, танцевать даже без лыхайма. Правда. Почему? Потому что только человек, который прошел через испытания, он умеет на самом деле радоваться. И вот кто из вас еще не живет в Израиле, но был здесь туристом? Если я у вас спрошу, как вам Израиль? Вы мне скажете: красивая страна, замечательная, как чисто, какие люди, какие фрукты, какие дома, прям все ути-пути-пути. Давайте я спрошу вот людей, которые живут в Израиле, например, десяток лет. Как вам Израиль? О, битуах леуми не выплачивает, правительство о нас не думает, косам из газа летят, работы нету, этого нету. Понимаете? Те люди, они реально пришли сюда, понимая, что даже то, чего у них нету, это все равно большой-большой плюс, который дает нам почувствовать, как это, когда не хватает. И как это, когда это все у вас появляется. Именно поэтому настолько природно, настолько актуально было сделать Суккот именно после Йом-Кипура. И почему, то, с чего мы начали с вами урок, почему мудрецам было так важно, чтобы мы не просто подумали, что Суккот нечаянно оказался в этой череде праздников, а именно привязать его к Йом-Кипуру. Потому что когда, как не после Йом-Кипура, почувствовать гору с плеч. Когда, если не после целого месяца Элул, раскаяния, работы со своими мыслями, со своими поступками, когда в месяц Тишрей за эти 10 дней раскаяния, когда мы берем себя в руки и понимаем, что от этих 10 дней зависит сейчас мой следующий год, и год моих детей, и год моего мужа, и год всех моих родных, и, может быть, даже всего народа Израиля за эти 10 дней, мы просим прощения у всех, кого обидели. Мы изменяем свои качества. Мы пытаемся преодолеть себя. Мы пытаемся сделать что-то, что было выше наших сил, и мы откладывали это целый год. Приходит Йом-Кипур, и мы отказываем себе в еде. И мы отказываем себе в питье. И мы мало того, что не просто лежим в кровати и втыкаем, когда это все закончится. Мы находимся в силы молиться. Кто-то пошел в синагогу, кто-то открыл сидуру, кто-то просто отказал себя в Йом-Кипур сидеть в Фейсбуке, кто-то просто пил меньше, чем обычно. Мы вдруг увидели, сколько у нас сил. Представьте, что вы оплатили огромный долг, который висел на вас целый год. Я не знаю, 100 тысяч долларов. Висели, вы не спали ночами. Вдруг вам говорят: все, ты больше нам не должен. Вот это ощущение должно нас сопровождать на духовном уровне после пережитого нами с месяца Элул до Йом-Кипура, который был совсем недавно. Полное очищение, полное облегчение, полное желание начать этот год заново. Рассказывают про Раби, что вот у нас скоро будет Симхат Тура. В 1978 году на одном из Симхат Тура в Америке Раби держал Тору и делал с ней, танцевал круги вокруг Бимы, и тут ему стало плохо, у него случился инфаркт. Людей вывели из зала, открыли окна, позвали скорую помощь, Раби не согласился ехать в лечебницу, и все оборудование привезли туда в 770, подключили Раби к аппаратам. И в конце праздника... Сейчас, секунду, что за это? Нет, ищи. Они не дома, их нету нигде. Ну, ищите. Может, они пошли к соседям домой. Виталька, я сейчас закончу урок, приду. Да, посмотри там у тех соседей. И Раби сказал: я хочу выступить перед моими хасидами. И ему принесли наушники и микрофоны, подключили это уже к радио, к телевидению. И с чего Раби начал? Раби сказал:
Вы видите, какое чудо произошло? Вместо того, чтобы свое двор Тора, свой рассказ Торы говорить перед тысячей хасидов, которые собрались вместе со мной в синагоге, я имею возможность давать свой двор Тора миллионам людей, которые благодаря связи, интернету, радио, телевидению слушают меня со всех уголков мира. То есть каждую вещь, каждое испытание мы можем взять только как пружину для того, чтобы, когда мы опускаемся низко, прыгнуть высоко, и это будет самая настоящая радость. Я надеюсь, что я ответила на все вопросы. Я урок свой закончила. Я желаю вам, чтобы вы на самом деле в этих всех бытовых нюансах и проблемах смогли почувствовать радость, смогли почувствовать очищение, смогли почувствовать объятие Всевышнего, которое сопровождает нас весь этот праздник, и с Божьей помощью и дальше. Желаю вам хорошего, веселого праздника, Муадим Мисимха, и надеюсь, до скорой встречи. Больше я так пропадать не буду. С праздником!